теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» уже ярко. И совсем скоро, на майские праздники, всю эту красоту смогут наблюдать все самарцы. В этом году на клумбы города высадят 1 600 000 единиц однолетних растений. Помимо привычных петуний, гераний и тагетисов, город украсит новые цветы – ангелонии, канны, виола, катарантус, бако, пагацания. Традиционно возле городских монументов и памятников, к примеру, самолету Ил-2, появятся и вертикальные конструкции. На них застроятся ампельные растения – сцивола и биденс. Всего горожане смогут оценить красоту около 100 разновидностей цветов. Сеять мы начинаем в декабре месяце. Это бегония, герань, чтобы получить цветущие растения к высадке. Семена мелкие приходится на снег сеять. Вот посеяли, закрыли стеклом. Дней через 7 – всходы. Высаживая семена на рассаду, специалисты предприятия учитывают погодные условия. К примеру, если весна ранняя, то и посев должен производиться чуть раньше, чтобы к моменту высадки на клумбы цветы едва успели набрать бутоны. Тогда они дольше смогут украшать городские клумбы. На протяжении всего лета сотрудники спецремстройзеленхоза поливают цветы, рыхлят почву, убирают отцветшие бутоны. Есть и цветы, луковицы которых высаживают в клумбы в конце сезона. Еще осенью прошлого года были высажены тюльпаны на площади почти 2500 метров квадратных. Учитывая, что в этом году такая вот ранняя теплая весна, ожидается, что тюльпаны начнут свое цветение уже в ближайшее время. И их цветовая гамма, формы крайне разнообразны, то есть от уже традиционных алых цветов до практически черных. Ну и осенью этого года, соответственно, тоже запланирована высадка новых видов тюльпанов. Самару украшают в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город». Площадь цветников в этом году составит 38 тысяч квадратных метров. Своего выхода на сцену в теплицах муниципального предприятия ждут и хвойники. Туи украсят входные группы различных учреждений города. Самарцы говорят, наблюдать за преображением областной столицы всегда приятно, особенно когда речь идет о любимой прогулочной территории – набережной. Ну, я могу сказать, вот по набережной. Набережная, конечно, меняется очень здорово от года в год. И вот очень приятно было, когда немножко вот подальше прям клумбы с розами были, прям очень красиво было. В принципе, город, да, зеленяется, гораздо чище становится, это очень приятно. Конечно, ждем. Это всегда красиво, прекрасно, когда за городом ухаживают. Когда появляются новые красивые клумбы, цветы, это всегда радует. В этом году в честь юбилея Грушинского фестиваля, ему исполняется 50 лет, цветочными конструкциями и крупными туями украсят гостевой маршрут, железнодорожные и речной вокзалы, все центральные магистрали города, по которым гости поедут на Мастрюковские озера. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.